В Шардаринском водохранилище обнаружили 10 тысяч километров рыболовных сетей. Браконьерские снасти обнаружили сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства. Многие сети были оставлены в воде несколько лет назад и уже начали гнить. А водой из этого источника пользуются сотни семей района. Чистить водоемы, реки, озера от мусора работники ведомства решили в рамках республиканской акции. Оказалось, что в Шардару выкидывают не только сети. Браконьеры, избавляясь от улик, скидывают туда электроудочки и резиновые лодки. В этом году уже заведено 120 материалов. 6 из них – уголовные дела. Эти сети будут доставлены на береговую часть и будут утилизированы, уничтожены путем сжигания. Собирается мусор по береговой части, брошенные баклажки, полиэтиленовые пакеты и дальше, которые принесенные ветром, водой, мусор полностью, береговая часть очищается.